Работай, работай. Модель погрузилась и вышла. Ушел под воду, но обещал вернуться, то есть всплыть. Судомоделизм – один из видов технического творчества, в основе которого лежит построение моделей кораблей, их копий и макетов. Еще при раскопках в Месопотамии находили золотые виды водного транспорта. На первенстве края участвуют юные спортсмены из Барнаула и Красногорского района. Они поделены на несколько возрастных групп – юниоры, юноши и общие – гонщики. Последние проходят трассу на время. Всего 38 участников. Такой вид технического творчества, он, конечно, массовым, может быть, и никогда таким большим и не был, но, по крайней мере, мы его стараемся поддерживать как можем, да, и ребята все равно занимаются, хорошие модели делают, классы наполняются, пусть их немного, я не могу сказать, да, это всего 4 учреждения в Алтайском крае, которые, да, занимаются, и где массово дети ходят, занимаются, ну, мы стараемся. Модели погружаются, за счет чего всплывают? Под воздействием винта, инерции движения, и под воздействием горизонтальных носовых и кормовых рулей, которые имеют угол атаки отрицательный, она погружается под воду. Когда резиномотор заканчивает работу, упора нет. Работаем, работаем! Упора нет, и запас плавучести имеется модели, и она начинает всплывать. За 4 дня соревнований на воду сойдет больше 90 мини-кораблей. Хотя есть не только мелкогабаритные, но и огромные по меркам состязаний. Модели на пультах управления. На создание одной такой копии корабля уходит в среднем 5 лет. Модель Иван Кронштадтский 1897 года. Первый в мире пароход с электричеством. Делается он примерно от 4 до 5 лет. Модель очень сложная, очень много мелких деталей, работа ювелирная, масштаб 1 к 30, поэтому очень непросто ее делать. Я считаю, что это такой же спорт, как и все остальные. Так как участники делают каждую модель, соревнуются, кто лучше запускает и кого она получится лучше. Каждый такой рейтинг – возможность для участников продемонстрировать свои навыки и умения, обменяться опытом, работать над ошибками. Победители и призеры смогут оставить заявку на участие во всероссийских турнирах, а оттуда, возможно, выйти и на мировой уровень. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.